победой. Спасибо. Так, получилось, основные моменты свои Минск создал в первые 7 минут. Почему не удалось начать так, как сразу, как в дальнейшем команда действовала на протяжении матча, и пришлось ли вносить какие-то корректировки? Матч длится 90 минут. Первые 7 минут нужно было просто разобраться с верхними опорными, значит, которые, ну, скажем, входили, ну, такой есть там такой нюанс, входили за спину крайнего защитника. Когда разобрались, когда начали накрывать все передачи, тогда совсем другая, как говорят, песня. Все. Пропустили то, что как бы, опять же, выпустили зон, который нельзя выпускать. Здесь справа. Вот и все. И там дальше выпустили дважды. Поэтому футбол из этого строить момент. Ну, скажем, сегодня игра была интересная. Момент на момент. Но поздравляю Минское Динамо с победой. И скажу так, не дождетесь. Знаете, многим так кажется, не дождетесь. Пожалуйста. В прошлом матче вы выпускали Антона Путилова на замену в надежде, что он завяжет игру в центре. Тогда не получилось. Сегодня увидели совсем другого Антона. Он так, набирает форму постепенно или как-то поговорили с ним хорошо? Он сделал то, что должен был сделать. Да, у него есть проблемы с игрой на синтетике. Но он сегодня сделал то, что был, должен был сделать. Это его уровень, класс, понимаете? Я рад за Антона, что, ну, скажем так, он завязал нашу игру. А кто выйдет, чего это-то? Знаете, в прошлом матче кто-то играл, в этом матче кто-то не играл, это уже. Сама игра, она всегда строится, ну, скажем так, подводится под соперника. Поэтому, ну, хорошо, что Антон сделал это, этот гол первый. Нам как бы развязались руки, сопернику пришлось раскрываться. Мы стали проводить больше проникающих атак. Вот. И пошло веселее. Видели Бахара с каким-то повреждением, но что с ним случилось? Операция. Носовая перегородка. И опухоль. Значит, это, ну, скажем так, несчастье, которое, ну, надо было убрать операцию. Надолго ли он выбыл? Ну, вы хотите, чтобы я... Он вчера сделал операцию, я, как говорят, как хирург, который ему должен, ну, сделал операцию, скажет сколько. Ну, обычно хирург говорит, неделю, две, возможно, три или четыре. Знаете так? Ну, в зависимости, как пойдет восстановление. Я тоже точно так же, я немножко в другой области. Что еще? Еще есть вопрос. Из молодых вы видели вы в основе и Довискибу, и Ложкина вместе с тем. Очень здорово выступает сейчас дубль «Динамо». Есть ли кто-то еще из молодых, кто также на подходе к первой команде? Кто будет достоин, тот будет и в первой команде тренироваться. Сначала нужно потренироваться, чтобы быть достоин. Потому что первая команда – это не дубль. Там совсем другие контакты. Хотя там очень хорошие ребята. Поэтому... Значит, там совсем другой футбол. Здесь футбол так уже мужской, а там еще так детско-юношеский. Вот как бы я его назвал. Понимаете? Еще вопросы? Да. Шурил Иван, футбол Беларуси. Как оцените работу четвертого арбитра? Замены происходили буквально по... Да, что, значит, минут пять вы там ругались, ну, постоянно. Ну так, ну как говорят... Не я должен, но то он кольцо, ну, обручальное, которое невозможно, что человеку палец оторвать. Ну вот вы мне скажите, вот у вас есть обручальное кольцо? Есть? Сейчас нет. Нет? А, вот когда человек обручальное кольцо, мне что, палец оторвать, если оно не снимает? Ну, представляете, Марат? Это из-за этого, да? Да. Ну, человеку нужно, ну, наверное, палец отрезать, он даже, ну, где? Я вообще так, честно говоря, немножко сказали. Что скажешь, Саня? А у тебя есть? По делу. А? По делу. А не пустили? Хотя было все забинтовано по делу. Ну, иногда же, знаете, ну вот оно не снимается.
А что я могу сказать больше? Поэтому, да. Ваш дубль играл вчера. Давайте про сегодняшний день. Вот сегодня игра. Давайте мы вернемся. Значит, вы что, хотите, чтобы я еще и дубль вам проанализировал? Нет, нет. И рассказал, как дубль играет. Дубль такую... играет на завтра после основы, а вчера играет. Ну что, так? Ну, сыграли. Как сыграли? Победа? Ну. Есть ли вопросы по сегодняшней игре? По сегодняшней игре, да. Вот вопросы-то. Интересно. Интересная команда, кстати, Минска. Интересное тактическое построение. Очень интересно. Да? Быстрое, очень нападающее, фланговое. Хороший центральный нападающий. Ну, так, который ну, очень навязывает, отдавливает. Поэтому вы спросите про них, я вам расскажу, как они. Какие зоны, как играют, куда, как разворачивают. Ну, так. Мне же так неинтересно продубливается. Продубливается. Может, еще там есть Ю-19, Ю-18. Обычно все контролируется. Вот так. Поэтому игра, поздравляю Динамо Минск с победой. Благодарю соперника, очень хорошая команда за хорошую игру. Была очень хорошая скоростная игра. Как раз дождик прошел. Синтетика была быстрая. Вот такое поле должно и травяное быть. Тогда игра совсем по-другому смотрится, как, знаете, а когда она жуется, и когда трава вот такая, тогда совсем другая игра. И вы совсем по-другому будете оценивать, правильно? Игра оценивается быстротой перестроения, быстротой мысли, точностью передач, точностью владения мячом и интеллектом игроков. Тренер, он обычно, как говорят, знаете, как один тренер сказал, ну, 60-50 тысяч. Только два дурака. Все знают на стадионе. Кто скажет? Который не знает, как играть. Ну, кто? Видите, я вам вопрос. Два главных тренера. Ну, видите. Это бразильская пословица. Ну, да. Вся страна знает, как играть, кроме главного тренера. Ну, да. Ну, так. Поэтому все очень просто. О. К тем словам, что вы... Вы очень так много вопросов. Я вас, как говорят, вы меня... Тут вы спровоцировали еще на один вопрос. А можно я пойду? Я могу вам много чего рассказывать. Вы тоже можете много чего писать. Все оценивается результатом. Да? И там календарем, судейством, календарем. Все же просчитывается, календарь просчитывается, все же. Стратегия, ну все. Каждая команда. Поэтому все. Вот этим, как говорят, давайте закончим нашу пресс-конференцию, а то вы мне сейчас еще скажете, там где-то есть юношеские группы, в 6 лет набираются еще. Не, ну обычно так, знаете, хочется все знать. Ладно, давайте задавайте. Ну, к тому, что вы сказали о поле, то есть, в принципе, это можно... Значит, это не совпадение, что хорошую игру провели на этом поле против Шортинского Торпеда и сейчас? Быстрое поле, я еще раз вам говорю. Быстрое поле. Оно может быть травяное, может быть синтетическое. Но должно поливаться перед игрой, чтобы была быстрая игра. Точная игра. Когда она жуется, и у футболиста отламываются колени, обламываются, или галики, тогда совсем другой. Понимаете? Все ж в этом. Всем кажется, что вот поле, поляж совсем. Нового поколения. В Беларуси есть где-нибудь поле? Вы не задавали себе вопрос? Вот я пол Европы проехал, поля смотрю. Называется гибридные. Когда-нибудь встречали, видели? И сколько стоит такое гибридное поле? И как оно прошивается, поле травяное? Никогда не задавались вопрос. Ну, вот видите. Видите, а я видел их много. Они очень быстрые, поливаются, очень коротко стригутся и идеального покрытия. Поэтому я не говорю, что здесь там. Сегодня просто вот, ну, видите, слава богу, я даже спросить у любого футболиста, я сегодня молился, чтобы снег пошел или дождь, чтобы было быстрое поле. Все. Ну, вы скажете, там кучу-кучу сейчас поле там не годится, там что-то еще, да. Да, ради бога. А, на любых. Вот так. Надо уважать быструю игру. Вот так я говорю. Что еще сказать?
рассказать. Ну, расспросите. Все, спасибо.